Еще раз добрый день. Меня зовут Пролетов Ян Юрьевич. Я представляю центральный офис компании «Нефросовет». Являюсь заместителем медицинского директора по нефрологии. И в мои функции как раз входит обеспечение, контроль качества лечения пациентов, которые получают гемодиализ. Многие из вас уже в этом центре были. Екатерину Михайловну вы знаете. Я хочу рассказать, мы являемся крупной компанией. В чем именно особенности оказания помощи нефросоветом и что есть, скажем так, только у нас, да, чего нет в других компаниях. Ну, у нас компания достаточно большая. На сегодняшний день работает 37 отделений нефрологии и гемодиализа по всей России. Вот в Барнауле центр, который мы откроем ориентировочно через месяц в конце февраля, это будет уже 38-й центр. Сегодня у нас 15 регионов, опять же, Барнаул это будет 16-м регионом. Ну и на этом мы тоже не завершаем свое развитие. Вот в правой части указано, где мы еще будем открываться. Это и центры в Сибири, в городе Томск, и в Ленинск-Кузнецком на Кузбассе, и центры в европейской части России. Что как бы нас выделяет, так скажем, да, мы не ограничиваемся только проведением амбулаторного диализа, как многие другие компании. Мы являемся компанией российской и очень хорошо осознаем, какие есть нюансы и специфика, да, оказания диализной помощи в России. Вот иностранцы часто считают, как, что да, есть амбулаторный диализ, ну, допустим, сосудистый доступ, им занимается кто-то другой. Мы, когда открываем центры где-то в регионах, мы понимаем, что мы сделали диализ, они до диализного приема пациентов, не оказание помощи, там, скажем, с теми же сосудистыми доступами, просто не организовано. Поэтому мы стараемся не ограничиваться только амбулаторным диализом, а затрагивать все и другие аспекты оказания нефрологической помощи. Так, в ряде наших регионов есть центры, ну, вот здесь я на примере центра в Костроме показал, что помимо амбулаторного диализа у нас есть центры с круглосуточным стационаром. Если говорить о Барнауле, то ближайший регион, где у нас есть стационары, это Кузбасс, да, не так далеко здесь находится. Там есть и круглосуточный стационар, и операционная, где мы оказываем доступ, помощь пациентам с доступом. Мы, естественно, это организуем здесь на уровне Барнаула, но если есть такая необходимость, мы готовы оказывать помощь и там. Что будет здесь, в центре, помимо амбулаторного диализа? Екатерина Михайловна проведет вам экскурсию, да, покажет, что есть нефрологический диспансер, так называемый. То есть мы сейчас находимся в половине диализного центра, который оказывает, предназначен для оказания гемодиализа. Но у нас еще есть, скажем так, часть центра, где будет находиться нефрологический диспансер. Это и наблюдение нефрологом преддиализных больных, плюс будет функциональная диагностика. Чуть позже я расскажу, какие мы инструментальные исследования делаем, и мы их будем делать пациентам, которые будут у нас получать гемодиализ. То есть вот это будет организовано. Ну и про технологии. Если мы говорим о технологии в гемодиализе, можно несколько аспектов выделить, да, где используются технологии. Это аппараты, про которые я вам расскажу, на которых аппаратах мы будем проводить лечение. Это диализатор, да, то есть многие, наверное, знают, что вот очистка, она у нас происходит вот в этой части, в диализаторе. Расскажу, какие мы диализаторы используем. Какой расходный материал, какая у нас водоподготовка, да, которая занимается очищением воды и подготовкой воды для гемодиализа. Ну и сильным нашим местом является использование компьютерных, интеллектуальных технологий, как мы их называем. Вы, может быть, обратили внимание вот на мониторы, которые повыше расположены. Вот таким монитором оборудовано у нас каждое диализное место, то есть каждый пациент, это монитор для пациента, в котором интегрированы как медицинские функции, так и функции такого развлекательного характера, скажем так, их назовем. Компьютеризация, да, как я уже сказал, мы активно используем компьютерные технологии в нашей работе. Зачем это вообще нужно, да? Ну вот если общие принципы озвучить, это, ну так научно, может быть, звучит, объективизация всех данных о пациенте. Что значит объективизация? Там, к примеру, измерение артериального давления. Измерение артериального давления до диализа. Мы пойдем с вами на пост чекина. Может быть, вы когда шли, обратили внимание, да, стоят весы и такой вот прибор, куда руку можно, да, вставить, измерить артериальное давление. Вот это артериальное давление, оно сразу же попадает в систему. То есть мы когда оценим, вот я в Москве сижу, я оцениваю, с каким артериальным давлением пациенты приходят на диализ. Я вижу данные, которые непосредственно с этих аппаратов попадают в компьютер.
Да, данные объективные, не округленные там медсестрой, которая записывает в медицинской документации, не там персонал, когда работаем на местах, я не демонизирую персонал, нам всегда хочется чуть-чуть получше, что-то завысить, что-то занизить, да? Нет, мы работаем только с объективными данными, приучиваем к этому и медицинский персонал, и пациентов. Этими данными, в принципе, мы данные и показываем пациентам. Я покажу вам как. Или, допустим, объем ультрафильтрации на аппарате, да, то есть все цифры с аппаратов, да, то есть наша программа, это большой программно-аппаратный комплекс, так называемый, они есть в системе, мы оперируем только с этими объективными данными. Правильное введение назначений, ну, банальный пример, там уровень натрия, да, ввести в аппарат по диализной программе. Может медсестра ошибиться ввести не тот натрий, к примеру? Может, естественно, да. У нас такого никогда не будет, потому что у нас историю болезни, они ведутся все в компьютере, и все параметры диализной программы, они автоматически считываются аппаратом из программы, да, это предупреждает неправильное введение назначения. Или, допустим, введение лекарственного препарата. Опять же, не демонизируя, все мы люди, да, есть человеческий фактор. Может там медсестра, допустим, забыть ввести эритропоэтин? Ну, может. Не из-за того, что она такая плохая медсестра. Ну, может. Или дозу перепутать. Или врач забыл написать. Да, у нас тоже, опять же, такого нет, потому что все назначения, они в компьютере. Вы, пациенты, можете посмотреть, я попозже покажу, где это можно посмотреть. И компьютер обязательно напомнит персоналу, что надо ввести, и только таким образом будет, да, осуществляться контроль. Контроль за параметрами лечения. У нас такая система, тоже я покажу. Врачу не обязательно прямо, да, стоять у пациента. Все данные о получаемом лечении врач, медсестра, я в Москве, сидя, да, могу видеть в режиме онлайн. Я могу зайти, посмотреть, как конкретный пациент в городе Барнауле получает лечение, там давление повышенное, почему, посмотреть программу, да, тоже эти возможности есть. Ну и комфорт, о комфорте тоже мы говорим обязательно. Вот опять же, вот эти моноблоки, да, которыми оборудовано каждое диализное место, допустим, ну бывает там телевизор на 3 диализных места. Один пациент футбол хочет смотреть, другой телесериал. И вот они договариваются, там, сегодня футбол смотрим, в следующий раз телесериал, да, у нас так не надо, более того, можно смотреть фильмы, видео из интернета, обучающие видео тоже, это все покажем. Ну, вот, к примеру, да, история болезни, то есть врач ведет в компьютере историю болезни, да, все данные вносят в компьютерную программу, и назначения на процедуру, они кодируются в виде штрих-кода. Когда пациент подключается, мы это все с вами сделаем, пройдем. Все данные, начиная от того, какой диализатор, какая диализная игла, какой натрий в диализном растворе, какой бикарбонат, они считываются аппаратом. Очень наглядно показать, как помогает автоматизация, да, и компьютеры в лечении пациентов. Вот я люблю показывать на примере преддиализного осмотра пациента. Вот важно, чтобы пациента посмотрели перед диализом? Важно же, наверное, да? Конечно, это было бы хорошо. Хорошо, чтобы это был врач. Вот если брать как бы ту модель, которая используется в других, не в наших центрах. Вот я встречал две модели, они немножечко разные. Первый случай это какой? Приходит врач, вот у нас, допустим, сколько здесь? 25 диализных мест, 25 пациентов. Садится в смотровой кабинет. Выстраивается к нему очередь из 25 пациентов. С такой никто не сталкивался, нет? Где-то может быть. Ну, я так понял, у вас в Барнауле по-другому работают. Ну, вот Виктор, кто-то. А? Вообще нет. Вообще. Или, ну, это другая модель. Это сейчас мы в другую модель. Нет, конечно. Вот про одну модель такую, может быть, кто-то там диализный туризм знает, что такое, да? И вот врач смотрит 25 пациентов по очереди, померить давление. Ну, во-первых, ну вот вы понимаете, что такое врачу посмотреть 25 пациентов. Это обычно в очереди успевают поссориться пациенты уже, там, пока очередь занимают, потом помириться опять. Врач уже к 25-му пациенту уже не понимает вообще, что он здесь делает. Да? То есть, ну, эта модель не очень хорошая. Это затягивает время, и осмотр он таким уже становится полуформальным. Другой вариант. Пациенты пришли в зал, подключаются, ну, врач параллельно где-то смотрит вместе с подключением. К последнему пациенту врач когда подойдет?
Вот если 25 пациентов, ну, даже там консультиализ, да? Ну, даже если по минуте уделить, ну, 25-й минуте. Вот рассказываю ситуацию из моей практики. Я работал заведующим отделением. Вот такая ситуация. Пришел молодой парень на диализ. Ну, низковато давление. Сестра подключила его. Доктор подошел через, не так там, через 5-10 минут к пациенту. Смотрит, давление низковатое, начинает расспрашивать. Выясняется, что у пациента желудочно-кишечное кровотечение. Да, вы все опытные уже пациенты. С гепарином что уже произошло, если диализ начался даже 5 минут? Болюс гепарина уже был введен. Хорошо это при желудочно-кишечном кровотечении? Ну, наверное, не очень, да? И когда я, как заведующий отделением, разбирал этот случай, то, в принципе, понимал, да, что, а как вот доктору иначе было? Тут либо переходить на модель 25 человек встало в очередь, а вот при такой модели ничего не сделаешь, да? Поэтому как это делается у нас? У нас этот процесс, он частично автоматизирован. Вот это чекин, мы пойдем посмотрим, как это делается, да? Он что в себя включает? Измерение артериального давления, измерение веса. То есть врач вводит, какие нормальные цифры артериального давления для вас, зная, да? И если у вас артериальное давление выходит за вот эту вот норму вашу, то вы, сестра вас подключить не сможет к аппарату, потому что вот эта бумажка, да, с которой осуществляется, она автоматически не выдастся. Если пациент пришел с неправильным давлением, или пришел, допустим, уходил 60 кг, пришел 67 кг на следующий диализ, 7 кг прибавка. Неплохо бы было, что врач посмотрел, что вообще делать с 7. То же самое, да? То есть аппарат, он по своему алгоритму оценивает состояние пациента. И если он, да, система видит, что что-то здесь не так, как обычно, она обязательно посылает такого пациента к врачу. Если все хорошо, то вы получаете предписание, бумажку, идете к медсестре, сестра вас с этой бумажкой подключает. Если что-то не так, то вы отправляетесь в смотровую к врачу. Врач таким образом, он в первую очередь осматривает пациента, в первую очередь, да, тех, которые требуют более, да, повышенного пристального внимания. И во вторую очередь стабильных, как бы, пациентов, да, у которых все. Ну, вот это банальный пример, да, лучше это для пациентов, естественно, лучше. Для врачей тоже, нам всегда спокойнее, да, когда мы знаем, что более пациента тяжелого мы посмотрели в первую очередь. Дальше этап подключения пациента, это я вам все покажу, да, вот эти вот моноблоки, они имеют вот специальный сканер для штрих-кода, и через штрих-код считываются все данные предписания. И уже сестра подключает пациентов, опять же, никакой ошибки не будет. Ни с расходным материалом, ни с диализной программой, да, это все будет автоматизировано. Во время диализа то же самое, система идентифицирует всех пациентов с помощью карточки, да, у каждого пациента своя карточка. И во время диализа пациент спокойно лежит, смотрит фильмы. На данном слайде он не фильмы смотрит, разговаривает с медсестрой, такая опция тоже есть, через моноблок вы можете сестре на пост позвонить, можете в ординаторскую позвонить, с доктором поговорить. Вот я эти фрагменты люблю показывать обычно прям непосредственно с программы, но сегодня воскресенье, я вам, как бы, все центры отдыхают, естественно, да. Ну вот персонал весь, любой, хоть это медсестра на посту, которая в 3 метрах от вас сидит, хоть это врач, который сидит в ординаторской, я в Москве, неважно, да, то есть все, кто имеет доступ, могут как видео иметь, да, контроль, так и все данные от пациентов, то есть вот на экранчике таким образом отображаются, сестра видит всех пациентов, врач видит всех пациентов, кто с каким давлением, какой коэффициент очистки в данный момент, какая кондуктивность диализного раствора, все-все эти данные мы можем видеть. Ну, вот такой вот экран, да, то есть фотографию пациента, здесь вот желтым подсвечивается, что-то низковато давление, ну, артериальное крови в контуре в экстракорпоральном, или высокое артериальное давление, да, то есть наглядно этот контроль, врач сидит в ординаторской, вы в ординаторскую зайдете, там большой экран, и все пациенты, по сути, да, вот под постоянным контролем находятся. Можно зайти в профиль каждого пациента, уже более подробно посмотреть индекс диализной дозы, артериальное давление, скорость кровотока, то есть все-все параметры, они как в центре
управления полетами, да, они все есть. То же самое после сеанса. Часто бывает, я вот даже с кем-то уже пообщался, пациентов, кто-то из пациентов говорит, вот ухожу, и низкое давление, и вот с низким давлением и пошел. Да? У нас такой же контроль осуществляется после процедуры диализа. Часто бывает такое, допустим, последнее измерение артериального давления на диализе хорошее, вы встаете, дошли до раздевалочки и чувствуете чего-то, по-моему, это улетать, так сленговым, да, выражением, снижается артериальное давление. Это с физиологической точки зрения совершенно понятно. Если вас чуть-чуть пересушили, лежа вам нормально, встаете, давление начинает опускаться. Да? Здесь вы встали с диализного кресла, дошли опять же до этого поста нашего осмотра, так же как преддиализный осмотр осуществляется после диализного осмотра. Померили давление, аппарат посмотрел, с каким весом вы уходите, с каким давлением вы уходите, все нормально, ушли. Ненормально, врачу сигнал тоже приходит. Да, все это видит. Ну, то есть вот на этом примере, да, в принципе, мне кажется, становится как раз понятно, да, как вот автоматизация компьютера может помочь в лечебном процессе. Но я простые примеры привел, да, контроль артериального давления, контроль веса. У нас таким образом все-все-все данные попадают в систему, те же, например, лабораторные анализы. Зачем это нужно? Вот у вас гемоглобин, к примеру, все время там 110, вы получаете эритропоэтин. Пришел анализ лабораторный 140. Высокая цифра это 140. Что врач должен сделать? Отменить эритропоэтин, да? Правильно? Ну и вот представляем ситуацию. В лабораторию, где-то из лаборатории, какая-то бумажка врачу пришла. На стол ему положили бумажку, а бумажка, не знаю, со стола упала, или врач находился в отпуске, и вот эритропоэтин сестра продолжает колоть. У нас есть система автоматического контроля, то есть мы всегда, наша система знает, когда препарат надо отменить, когда назначить. Мы врачам даем 3 дня на то, чтобы отреагировать на изменение лабораторных данных. 3 дня. Если врач этого не сделал, отчет пошел заведующему отделением, к нам в центральный офис в Москву, мы это увидим. Лабораторный у нас анализ, у нас своя сеть лабораторий, я попозже расскажу про лабораторию, которая будет обслуживать Барнаул. У нас как только анализатор, приборчик получил цифру гемоглобина, она тут же попадает в систему. Вы, пациенты, даже можете увидеть свой гемоглобин раньше врача. Система видит, ага, надо изменить дозу препарата. Она сразу уведомление врачу отправляет в виде отчетов всем контролирующим органам. Врач сразу увидел, ага, есть 3 дня, все, он тут же назначение это изменит. То есть у нас компьютер, он позволяет автоматически эти вещи контролировать. Лучше это, лучше для всех, конечно, и для пациентов, и для медицинского персонала. Вот здесь для примера я привел, это у нас так называемый отчет по проблемным процедурам мы называем. То есть за неделю, за любой, в принципе, период времени, здесь вот за день, за конкретный 6 декабря. Это вот я в центральном офисе, вижу по всем центрам нашим, которые в России, те диализные процедуры, которые либо низкая диализная доза, ультрафильтрация не соответствует той, которая задана изначально. И то же самое на уровне отделений. Врачи это видят, да, то есть какие-то процедуры, которые пошли не так, система тут же оповещает. Врач, может быть, не выходил 3 дня в свою смену, но он все о своих пациентах, особенно о проблемах, знает. Это вот пример как раз то, что я приводил. Отчет по анемии. То есть вот 3000 наших пациентов, и вот здесь я как раз вижу. Пациенты с низким гемоглобином и нет назначения эритропоэтина. Тоже ничего хорошего нету, да? Борисоглебск, Воронеже какому-то пациенту там забыли назначить или что-то, ТВА, то есть вот у нас из 3000 6 пациентов. Но это тоже важно, да, не должно быть ни одного, мы это всегда контролируем. Гемоглобин 98, 87, система это видит, то есть у нас вот эта вот автоматическая выявляемость всех этих проблем. Ниже пример, пациенты с высоким фосфором, им не назначены препараты фосфатсвязывающие, карбонат кальция или силомирекс. Может быть, у пациента аллергия на препараты. Ну, тогда врач нам объяснит. Вот тут два пациента, Кострома и Ишим, североевропейские. Ну, врач объяснит. Но мы это обязательно контролируем. То есть такого, что что-то кому-то забудут назначить, не назначить, у нас такого быть не может.
Ну и еще вот здесь добавить можно, да, данных, вот врачи сейчас достаточно в таких сложных условиях. То есть если лет 20 назад, как бы, вот опытный врач, у него свое видение, он лечил как хотел, то сейчас вот с врачами можете поговорить, есть клинические рекомендации, приказы, стандарты, федеральные законы. И вот врач, чтобы все это держать в уме, должен не к вам приходить, предиализный осмотр, он должен обложиться вот стопкой таких книг, 3000 страниц, и не забыть ничего. Может, опять же, врач забыть что-то? Какой-то, конечно, может. И здесь его винить — очень большое информационное пространство. У нас в систему, в нашу программу, да, встроена так называемая система автоматизированной поддержки решений. Тот же самый пример с гемоглобином. Да, надо бы... Все равно решение за врачом остается. Да? Может быть, врач считает, что гемоглобин 121, но пациенту надо эритропоэтин оставить. Да? Вот лучше ему, потому что если отменить, он рухнет на 100, вот этому пациенту 100, вот это совсем плохо, хотя 100 это формально норма. Но система ему подскажет: дорогой мой, вот здесь подумай над тем, потому что вот такая клиническая рекомендация там национальная, есть такой пунктик, вот здесь ты вышел за этот пунктик, проверь. Он: нет, все, да, я знаю, я контролирую, все нормально. Вот у нас такая система поддержки принятия решений есть. Здесь даже, вот я пример привожу, это вот прям интерфейс истории болезни. И здесь вот, допустим, приказ, это наш собственный приказ в нефросовете, назначить препарат эритропоэтин. Ну вот та же ситуация, гемоглобин меньше 100, проба отобрана такого-то числа, препарат эритропоэтина не назначен. Врач видит это, врач все в истории, все посмотрел со ссылочкой на все приказы. И другой пациент: прекратить прием препаратов эритропоэтина. То есть врач всегда в компьютере это видит. Помимо того, что он и сам молодец, компьютер ему подскажет, чтобы он ничего не забыл, ничего не упустил. Ну вот в качестве примера это можно на мобильный телефон. Сейчас мы даже некоторым пациентам это, ну, в таком тестовом режиме ставим. Ну вот, допустим, новая рекомендация. Такой-то пациент, ему надо назначить препараты железа, потому что гемоглобин у него там низкий, параметры железа такие-такие-то. Врачу приходит на мобильный телефон. Анализ попал в систему, у врача тут же вся информация есть, он быстренько вам поменял. Да, то есть так же это работает. Некоторые у нас есть любопытные пациенты, которые говорят: а поставьте нам, вот, ну, не про других пациентов там, из другого города, я вот хочу про себя знать, когда мне чем назначить. Ну, мы от пациентов стараемся ничего не скрывать. Мы даже любим, чтобы пациенты наши знали побольше. Мы считаем, что это качество улучшает в целом. И ничего страшного нет, если получили анализы, пациент уже врача своего ждет, говорит: у меня гемоглобин, ты мне анализы там посмотрел, все, да, все хорошо. Мы к этому относимся, в принципе, нормально. Поэтому мы пациентам данные эти показываем. Ну вот немножечко как устроен наш медицинский отдел. Да, мы компания российская, мы этим гордимся. Считаем, что в этом есть преимущество по сравнению, да, когда работает крупная компания, потому что если взять крупные международные компании, у них там 100 тысяч пациентов по всему миру, у них их офис головной находится где-то там за границей далеко. Мы все-таки видим, что мы ближе к пациентам находимся. И, по сути, с любым участником, как бы, медицинского отдела пациент может также контактировать. Никто в наших группах не состоит ВКонтакте. Вот есть Нефросоюз, пациентская организация, ой, вижу, кто-то есть, Нефросовет. Ну вот, может быть, видели, подтвердите, что я не вру. Там есть у нас, допустим, ВКонтакте группа «Задай вопрос доктору». Вот там лично я отвечаю. Пациенты пишут, пишут в личные сообщения. С любыми проблемами, начиная от вопросов там, а что такое хороший диализ, заканчивая тем, что у меня форточка дует, лежу на диализе, вот очень плохо, да. То есть мы стараемся как бы связь эту с пациентами, руководство московское, в том числе хозяин нашей компании, он часто непосредственно с пациентами общается, мы это делаем. У нас достаточно развитый медицинский отдел, то есть у нас генеральный директор и председатель совета директоров, хозяин компании, они активно участвуют в работе компании. Да, медицинский директор, который руководит медицинским отделом, целый штат заместителей, отдельный человек, врач, который занимается кадровой расстановкой. Вот раньше был заместитель по нефрологии, я один, сейчас у нас уже несколько заместителей, да, то есть целый аппарат, который как раз вот контролирует качество, и 3000 пациентов. Да, то есть на
если сравнивать с такими крупными компаниями, небольшое количество пациентов, у нас аппарат, который, то есть, здесь находится рядом в России. И всю специфику понимает работы в нашей стране. А, ну также еще, помимо медицинского отдела, у нас целый штат кураторов, то есть у, ну, по такому кустовому принципу, да, вот несколько центров сибирских, у них есть один куратор. Это опытные врачи из Москвы, столичные врачи, которые дополнительно курируют лечебный процесс. И у нас еще развит аппарат медицинских консультантов. Потому что страна у нас большая, если, ну, Барнаул там хороший город, Москва, Петербург, есть много специалистов. Ну, а скажем, возьми какой-нибудь маленький городок, допустим. Ну, есть, наверное, диабетики в зале наверняка, да, сейчас много пациентов с диабетом. И вот в регионах уже поменьше, в городах поменьше. Эндокринолог видит диализного пациента, и для него диализ – это экзотика, какая он и не понимает. Да? А ведение того же сахарного диабета у пациента с терминальной почечной недостаточностью, он свои имеет специфику свою. Ну, например, некоторые инсулины, они накапливаются у пациентов на диализе. И эндокринолог, который знает специфику диализных пациентов, он это всегда учитывает. Но таких эндокринологов, их немного, естественно. Да? Вот у нас есть такой эндокринолог в Москве, специалист, который несколько десятков лет работает, и он консультирует наших пациентов прямо по этому моноблоку. Вот смотрит прямо во время диализа. Подсоединяется к пациенту, доступ к истории он с любого места есть, да, и коррегирует терапию этим пациентам. То есть мы таким образом достигаем того, что пациенты в регионах, они не выделены. То же самое кардиолог. У нас развит вот этот вот механизм проведения телеконсультаций. У нас есть кардиолог, который хорошо знает диализных пациентов. Ну, часто я вот в диализе тоже давно работаю. Диализный пациент идет к кардиологу с высоким артериальным давлением, например. И кардиолог 25 препаратов выписывает. А что в первую очередь надо сделать диализному пациенту, чтобы давление стабилизировать, прежде чем назначать лекарственные препараты? Сухой вес, правильно. Совершенно верно. Сухой вес. И пока ты сухого веса не достиг, хоть ты миллион препаратов принимал, ничего толком добиться нельзя. Да? То есть наш кардиолог, который также консультирует пациентов по всей стране, он это знает. И, ну, в большинстве вот консультаций первую всегда, я вижу первый пункт всегда, что пациент не достиг сухого веса. У вас, дорогие доктора, вы сухой вес сначала, а уж дальше будем с терапией разбираться. Вот. А как сухой вес определить можно? На глазок. Ну, клинически, да, то, что на глазок называем, клинически, скажем так. То есть, да, там, если есть судороги, ну, наверное, ну, опять же, здесь сложный момент. А если мы снимаем 5 литров, то судороги могут возникнуть и без сухого веса. Слишком быстро, да, снимаем жидкость. Поэтому здесь клинически. Есть инструментальный метод еще. Биоимпедансометрия такая, не слышали? Да. У нас, вот чтобы как бы не быть голословным, да, это вот такой вот аппаратик. У нас во всех центрах такие аппараты есть. Это вот аппарат, который будет в Барнауле стоять. Это аппарат, который с помощью, ну, инструментальной технологии позволяет определить сухой вес пациента. Мы это делаем каждые 3 месяца абсолютно всем пациентам. Ну, чаще, если есть показания, чаще иногда делаем. Ну, обычно раз в 3 месяца, потому что, знаете, наверное, на своем опыте вес, он всегда меняется. В зависимости от времени года, ну, непостоянная величина. И если врач продолжает сушить до одной какой-то цифры, цифра уже может быть неактуальная. Поэтому мы вот раз в 3 месяца как бы сверяемся. Все равно последнее слово за врачом, но такой вот, такая возможность у нас есть. Ну, вот это вот я показываю, это как раз вот я провожу. Это я вот здесь наверху, да, в виде... Ну, это не совсем консультация, это контроль качества, который мы осуществляем. Все цифры по работе центров. Вот в данном случае это я с воронежским филиалом провожу вебинар, мы его так называем, да, по достижению дозы диализа. Какая у нас цифра отражает дозу диализа? Вот кто-то один правильно сказал. Так, КТ на В. Все знают, что такое КТ на В? Да. Все знают. А как мы КТ на В? Вот кто-то не знает, я вижу. Вот мы поэтому специально проводим еще обучающие мероприятия. Вот в группу ВКонтакте вступайте, там даже видеозапись. А, ну, в принципе, сейчас я вам покажу в экране пациента, есть видеозапись этих лекций. Мы пациентам рассказываем, чтобы пациенты тоже знали дозу диализа, что, а у меня хорошая или плохая. Вот у кого хорошая доза диализа точно? Ну-ка, поднимите руку. Вот уверен, хорошая доза.
О, одна рука. Ну, наверное, побольше, но как бы не все знают, да? Вот есть такой показатель, КТ на В он называется. Мы его считаем раз в месяц, когда берем анализы мочевины до и после диализа. Ну, у нас, точнее, мы считаем это не со счетами, врач сидит и считает, да? У нас автоматически он, когда анализы получает, высчитывается этот параметр. Вот. Ну, еще аппарат дает цифру КТ на В. У аппарата есть своя аппаратная методика. Думаю, знаете, может быть, кто-то вот видел, врачи иногда смотрят. Ну, аппарат он определяет каждый диализ и раз в месяц по анализам. Вот по эти цифры мы смотрим. И вот как раз я провожу вебинар с воронежским филиалом. Мы разбираем, у кого какие показатели, кому надо улучшить. Ну, вот здесь, кстати, хорошее как раз вот отделение, они, Борисоглебск, они вот достигли как раз достаточно неплохих результатов. То есть мы с помощью вот нашей этой компьютеризации, мы в Москве тоже то же самое, мы не только можем в социальных сетях переписываться, но я могу зайти посмотреть, как дела обстоят в отделении, в регионе, у конкретного пациента. Это наша вся большая семья, руководство всех центров, да, мы также руководство центрального офиса раз в неделю со всеми центрами, вот с Екатериной Михайловной будем тоже, когда центр начнет работу, да, любые вопросы, какие-то проблемы, которые есть, все также обсуждаем. Ну, это вот телеконсультация, это Евгений Михайлович Шилов. Знает кто-нибудь, кто это? Это главный нефролог Российской Федерации, да. Это телеконсультация, про которую я говорил. То есть, да, есть консультации такие текущие, там эндокринолог, кардиолог, есть консультанты-нефрологи. Какие-то сложные ситуации мы подключаем Евгения Михайловича, да, и сложных больных вам покажут вот ординаторскую, где как раз оборудовано все для проведения телеконсультаций. Любой пациент из самого, не знаю, маленького города, у нас есть центры там, самые маленькие 13 пациентов, вот у нас один центр есть, да. То есть пациенты могут получить консультацию столичного специалиста, учитывая нашу страну большую, да, где до столичного специалиста ехать можно и ехать, да, и не попасть. Мы считаем это очень такая хорошая опция. Сейчас мы чуть позже проведем экскурсию, но это еще не все, про что я расскажу. Мы покажем центр, а потом я расскажу про аппараты и про диализаторы, которые мы используем. Но прежде чем разойтись по центру, мы сейчас разделимся на две группы. Все группы получат один и тот же объем информации, не переживайте. Да, мы зайдем на водоподготовку. Вот водоподготовка – это наша гордость, ту, которую мы вот здесь в Барнауле ставим. Мы ее поставили, водоподготовку такого типа, где-то, наверное, в 5 только центрах, то есть не во всех даже наших центрах есть. Ну вот принципиально, чтобы вы понимали, схема водоподготовки – это блок предочистки, так называемый, вот такие большие колонны стоят. Здесь каждая колонна выполняет свою функцию. Песчаный фильтр, он от мелких частиц очищает воду. Угольный от хлора, фильтр умягчения воды, обезжелезнения. Да? То есть каждая колонна выполняет функцию. Это предочистка. Сердце водоподготовки – это система обратного осмоса. Вот окончательную очистку вода получает в этом блоке. И вот на выходе есть несколько показателей, по которым оценивают качество воды. Это в основном лабораторные анализы, которые берутся раз в месяц. Ну, три принципиальных анализа – это химический состав, посев на микробы и наличие эндотоксина, так называемого. Но есть еще такой показатель, как проводимость. Проводимость – это то, что определяется постоянно и позволяет нам предположить, если эта проводимость повышается, то позволяет предположить, что только не так с химическим составом, например, да, что что-то ухудшилось в водочистке. Но химический состав мы берем раз в месяц только, и там даже по месяцам еще отличается объем этих исследований. А по проводимости мы можем определять прям постоянно. Вот обычная проводимость после обратного осмоса на стандартных схемах водоподготовки, она где-то в районе, ну, там, от 1 до 5 микросименса. Вот наша водоподготовка, она имеет еще дополнительно после обратного осмоса блок электрической деионизации, и она даже те иончики небольшие, которые остались после прохождения обратного осмоса, она их дополнительно убирает. И вот циферка у нас на выходе, это вот в Красноярске система водоподготовки. Вот сейчас вы пойдете, увидите такой экранчик, она у нас близка к нулю всегда. Хотя единица уже считается хорошо. Вот вы сейчас пройдете, посмотрите нашу водоподготовку, вот посмотрите,
сколько вот подготовка здесь в центре в Барнауле. Это такая система, она инновационная, вот, опять же, даже не во всех наших центрах есть. Итак, все видели, да, мы получили предписание пациента. Дальше мы с помощью датчика, да, который у сестры, мы его сканируем. И после того, как мы идентифицировались, мы попадаем, почему-то не попали на этих мониторах, а, все, попали. Вот, если кому-то интересно, я сейчас буду показывать на большом экране, вы не бойтесь, можете пальчиком мониторы, ну или потом, смотрите, мы когда будет фуршет, включим там этот же кабинет пациента, можете, как это сказать, ознакомиться лично, да? То есть это сенсорный экран пальчиками. Я буду сейчас мышкой управлять, но в принципе, да, это руками все делается. Вот это тот экран, который вы видите, когда вы уже лежите на диализе. Здесь что есть? Основные параметры диализа. То есть не надо, вот многие какой-то центр я открывал, они говорят, ой, у вас так экран плохо крутится, а как я буду экран смотреть? А не надо в экран смотреть аппарата, потому что в принципе основные все данные, они есть здесь. Время процедуры, сколько предписано, сколько осталось. Объем ультрафильтрации, сколько предписано, сколько уже убрано на вот, да, момент диализа. Скорость кровотока, какая предписана, какая текущая. Ну, обычно что пациентам интересно смотреть? Скорость, время, сколько осталось, да, вот эти вещи. Доза диализа, какая набрана к текущему моменту. Артериальное давление, последний пульс. И проводимость, которую вы все посмотрели, вот эти нолики, мы ее даже пациентам показываем. Ну, кому-то интересно, кому-то нет, вы можете видеть, насколько качественная диализная вода в текущий момент. Эти данные все есть. Далее, ну давайте с мультимедиа начну часть, обычно интереснее всего, да, развлекательная как бы часть этого экрана. Пальчиком нажимаем мультимедиа и попадаем в три рубрики. Фильмы, телеканалы, YouTube. YouTube – это, ну, молодежь знает, наверное, это такой крупный сайт, где много-много всяких видео есть, да. Фильмы все у нас лицензионные, здесь есть и классические фильмы, «Обыкновенное чудо», где находится Нофелет и так далее, и так далее. Здесь же есть учебные. Вот я всегда рекомендую на четвертой странице экрана «Максимус кабинет пациента». Это 15-минутный ролик, который показывает как раз, как пользоваться этим экраном. Да, вот первая часть – это фильмы. Вторая – телеканалы. У нас сейчас единственное, мы показываем на примере, у меня здесь на примере пациента из другого региона нет, но вот здесь вы зайдете, то есть телеканалы будут. И YouTube – это как раз вот крупная такая интернет-база разных видео. Здесь есть как уже сгруппированные видео, художественные фильмы, аудиокниги, Нефросоюз, пациентское видео. Так можно по поиску что угодно и найти. Да, вбить, и поиск работает. То есть любое видео, кто-то там, не знаю, блогеров каких-то смотрит, обучающий, все, все что угодно. Да, ну, Нефросовет, мы тут обучающие. Вот лекцию для пациентов. Мои тут тоже есть, да, то есть вот доступ к развлекательному контенту, вы лежите на диализе, чтобы не скучать, да, есть чем себя занять. Далее. Далее пошли уже медицинские данные, да, кто-то этим пользуется, кто-то нет, но мы пациентам возможность такую даем. Мои отчеты. Мои результаты диализа. То есть вы можете зайти, вот как раз я рассказывал, что в группе Нефросоюз, вот я отвечаю на вопросы пациентов, вот последний вопрос, еще даже не успел я ответить, видел, написали, что вопрос что-то в духе, как я могу ознакомиться со своими результатами диализа. Вот наши пациенты таких вопросов не задают, потому что они, пожалуйста, зашли, и диализ, и какой диализатор, и все данные, и что врач написал по заключению, и пульс, артериальное давление, то есть все вы можете посмотреть по диализу от любой даты, это вот там 23 января. Далее, лабораторные данные, то есть все результаты лабораторных исследований в такой табличке, не надо ничего распечатывать, бумажки эти, там, допустим, захотели посмотреть, какой у меня был парад гормон там, 3 месяца назад, загрузили
эту табличку, или получили новый парадгормон, ой, а какой у меня был в прошлый раз, да? Нашли, где здесь по алфавиту все парадгормон. Ну, гемоглобин давайте, гемоглобин, так. Там 108, да, посмотрели в динамике. Глюкоза. А, ну здесь пациентка с диабетом, ну давайте 19-й год включим. Понятнее будет. Так, ну вот давайте парад гормона. 80, да, и можно всю динамику посмотреть. То есть динамика всех анализов. Далее другие отчеты. Лист назначений. То есть часто бывает, ну не знаю, даже пациент спрашивает, а как мне эту таблеточку-то принимать? Врач объяснил. Забыл. Ну, может быть такое, ну, может, конечно. Опять пациент спрашивает, потом уже стесняется, не спрашивает. Ладно, буду принимать. Пожалуйста, можете зайти. Все гипотензивные таблетки. Так, в пятницу я должен принять лазартан, амлодипин, карвидилол, еще и карбонат кальция не забыть. То есть вы все назначения свои можете посмотреть. Да, и каждый раз пришел на диализ, так, что мне принимать сегодня и завтра, это все запомнил хорошо. Всегда можете как бы с этими данными свериться. И медицинская карта, ну, здесь в распечатанном она виде, я вот даже больше люблю, сейчас чуть будет дольше загружаться, вот перейти к медицинской карте, здесь по сути мы показываем историю болезни пациентам, вот все то, что видит доктор, тоже можете посмотреть и вы. Сейчас она загрузится, здесь просто я на примере пациентки из другого центра, да, показываю. И вы все можете видеть. У нас вот сделано, как бы, чтобы докторам было удобно. Допустим, анемия, да, можно посмотреть динамика уровня гемоглобина. Там был 116, 101, но в зеленой зоне хороший гемоглобин. То же самое постно-минеральные нарушения. Парад гормон, вот я больше люблю анализы даже здесь смотреть. Инструментальные исследования здесь же, лабораторию, отдельные анализы просмотреть. Динамику процедур диализа. То есть все медицинские данные мы пациентам даем смотреть все. Кому-то это неинтересно, ради бога, а кто-то вот и фильмы не смотрит, только сидит, смотрит там, как же мой гемоглобин меняется, да? Ну, разные есть, да? Пожалуйста. И мы любим, когда пациенты задают и врачам вопросы, и врачам в центре, и нам задают вопросы, да? Чем больше мы общаемся по лечению, вот я всегда, когда школу пациентов провожу, говорю, что цели пациентов и врачей, они, в принципе, одни и те же всегда. У врачу зарплату получить? Да? Нет, цель не зарплату получать, да, работу мы свою формулируем мы по-разному, да. Пациент как говорит, хочу жить долго и счастливо, мы говорим продолжительность жизни увеличить и качество ее, да. Ну, цели, в принципе, одни и те же, поэтому, пожалуйста, можно все смотреть, все это видеть. Так, что еще? Возвращаемся в основной экран. В основной экран покажу дальше. Вызов врача, но он здесь сейчас не сработает, потому что я пациента беру из другого отделения, да? Но можно пальчиком также вызвать врача и в ординаторской, не звать его, позовите мне, там пусть сидит, позвонить, связаться, что-то проговорить. В принципе, у нас есть еще и функционал, то есть вызывать можно, можете со мной связаться. Через софтфон, ну, мне, правда, чаще по телефону звонят, но иногда вот я так пациентов предупреждаю, звоню на отделение, говорю, настройте-ка экранчик, я с пациентом хочу пообщаться. То же самое из Москвы, ради бога. Далее, дневник питания – полезная опция. Вот я читаю пациентам лекцию по питанию, спрашивают фосфор, вот где же я столько фосфора наел? Можно выбрать продукты, ну, допустим, борщ давайте. Борщ найдем. Борщ, 200 грамм борща сделаем. Вот пациент говорит, съел я только борщ. Много там фосфора или нет? Пожалуйста, борщ, фосфор 152 миллиграмма. А сколько можно за сутки фосфатов съесть, кто знает? Ну, где-то 1000-1200 миллиграмм. Или калий, 258 миллиграмм тоже. То есть пациенты, вот мы часто дневник питания, писал кто-нибудь когда-нибудь дневник питания? Ну, не писали. Это хороший инструмент, когда вот пациент говорит, я все соблюдаю, фосфор высокий, мы вроде видим там парад гормона в норме, лекарства все правильные, диализ хороший, но непонятно, откуда этот фосфор берется. Дневник питания – это когда пациент все записывает, а врач потом считает, где он
это съел. А может пациент сам вбил борщ, там котлеты, это, ага, палка колбасы моя, вот откуда я фосфора наел, надо палку колбасы убирать, да, то есть, опять же, кто-то гемоглобин смотрит, кто-то фильмы, кто-то, вот, вот хороший инструмент, опять же, разобраться, да, что не так с диетой. Это работает на мониторах все быстрее, мы сейчас, потому что, да, в другом отделении, чуть помедленнее. Динамика, опять же, всех анализов. То есть здесь, не знаю, можно выбрать, опять же, ну, давайте парадгормон найдем. Ладно, покой, ну, ферритин, допустим. Выбрали ферритин, и динамику он загрузил нам всего ферритина за весь период лечения. Так, здесь только это вниз надо опуститься. О, ферритин, пожалуйста. А, здесь уже выбрано. Парадгормон, пожалуйста, динамика парадгормона. То есть, не знаю, возможность поизучать свои анализы, масса в любом соотношении. Да. А прием лекарств, опять же, можно здесь посмотреть. Он тоже даст группировочку. Да, что когда принимать. Вот сегодня понедельник, ага, амлодипин. Ну, то есть, вот все это есть. Это такие сервисы медицинские. Ну, калькулятор КТНВ недавно мы сделали. Понятно, КТНВ, я уже говорил, как мерить надо. Можно выбрать любой диализатор и посмотреть, какой у меня должен быть КТНВ с этим диализатором. Тоже это все можно сделать. Так, ну и давайте. Я рекомендую сейчас, когда у нас будет фуршет, вот можете в мониторчике полазить, очень как бы полезная вещь. Ну, давайте про лаборатории. Значит, у нас своя в Нефросовете сеть лабораторий. Это 7 лабораторий, 4 в Сибири находятся и 3 лаборатории на европейской части. Современное, с современным оборудованием. Вот лаборатория, которая будет как раз с Барнаулом, это лаборатория на Кузбассе, в городе Белово, не так далеко, вот я в Яндекс.Картах построил, 300 километров. Лаборатории у нас все прошли международную оценку качества. Вот у лаборатории в Белово есть 2 сертификата, я их прямо сканировал. Это один британский сертификат и второй, по-моему, американский. Это так называемая система независимого контроля качества, когда приезжает независимый эксперт, иностранный причем, да, и по международным критериям качества оценивает качество работы этих лабораторий. Это наше тоже такое сильное место, то есть помимо того, что эти данные сразу попадают, у нас все, я любой анализ знаю, что он по одной методике, да, то есть это цифра правильная. Вот. Инструментальные исследования, которые мы проводим в центре. Ну, вот я вам уже показал биоимпедансометр, который меряет сухой вес. Также мы во все центры ставим. Это вот такой маленький приборчик, ультразвуковой, денситометрия. Знаете, что это такое? Денситометрия. Это прибор, который оценивает минеральную плотность костей. Мы причем пользуемся вот таким вот маленьким портативным, потому что этот прибор, он ультразвуковой. Это не рентген, здесь нет лучевой нагрузки. По лучевой кости мы тоже смотрим, ну, пока у нас раз в 3 месяца, ну, пореже, наверное, раз в 6 месяцев сделаем кратность. То есть контролируем не только лабораторные показатели, но и смотрим минеральную плотность костей. Также, естественно, есть ЭКГ. Может быть, обратили внимание, в кабинете он там у нас стоит. Ну, и вы видели, что у нас здесь блок функциональной диагностики. Это все будет работать и для диализных пациентов. То есть здесь планируется ультразвуковое исследование, эхокардиография. Мы это делаем, потому что мы понимаем, что какие проблемы с этим есть в регионах. Да? То есть сделать, не знаю, эхокардиографию, это поликлиника, это направление, участковый, кардиологу, очередь, аппарат сломался, врач заболел, да, поэтому мы компания российская, мы понимаем все это российские реалии, поэтому мы не ограничиваемся только пришел, сделал диализ, ушел. Мы стараемся проблемы наших пациентов вот решать таким образом комплексно и в том числе выполняя инструментальные исследования. Ну и немножечко по аппаратам. Всем, наверное, интересно, на каких аппаратах вы будете лечиться. Ну вот я, может быть, сложный слайд. Это вот 5 ведущих производителей диализной техники. Гамбра, это компания, которая сейчас входит в состав американской корпорации Baxter. Nipro, Япония, вот аппарат фирмы Nipro, да, это один из аппаратов, который будет у нас. Bibraum,
немецкий производитель, пациенты, наверное, есть из Бибрауна, да, здесь у вас есть Барнауле, центр Бибрауна. Ну, Фрезениус немецкий, не будем, вы его не знаете, наверное, никто не знает Фрезениус аппарат, бог с ним, да? Знает кто-то? Ну, если только туристы, наверное, ездили. В Турции вот кто-то на нем лечился, да? И Никиса, вот кто из Нефролайна, знает, наверное, вот аппарат, модель DBB-0507 есть такая, да? Вот у каждого производителя есть аппарат, вот говорят там, современные аппараты, актуальные. Есть модель предыдущая, есть новая, которая там пришла на смену. Вот, скажем, если говорить про аппараты НИПРО. Вот у них есть, у нас в некоторых центрах остались предыдущего 2000 года модель 55-я. Вот эта модель 2012 года, НИПРО Сурдиал X, 2012 год. Еще аппараты, вот один стоит в том зале, один в этом. Это Gambra Artis, модель 2010 года. То есть это аппараты последних поколений, да, новее у этих фирм нет. Если, скажем, взять Никиса, вот DBB-05, я так понимаю, да, вот кто в Нефролайне лечится. Вот у DBB, у них только что вышла модель 2019 года новая. Ну, в России пока она не зарегистрирована, здесь даже я вот такую анимацию сделал, да. В России этого аппарата нету. У нас такой в офисе стоит аппарат, но мы его использовать пока не можем, потому что не прошел регистрацию. Пройдет регистрацию, ради бога, да. У Бибрауна то же самое. Модель Dialog Plus, это такая модель уже достаточно старенькая, 2003 года. Новый аппарат, у них уже был Dialog IQ в 2016 году, но опять же в России он не зарегистрирован. То есть вот если брать аппараты последних поколений, с Фрезениусом там такая же история, то вот в России сейчас есть Surdial X и Gambra, вот этот Artis. Вот эти две модели мы и ставим. Модель 10 и 12 года. Это вот самые актуальные модели, которые в России на сегодняшний день есть. Вот аппарат NIPRO Surdial X и Artis, вот синенькие аппараты, можете подойти. И здесь один, и вот фуршет где будет, там тоже где-то один аппарат должен стоять. Вот такие вот аппараты. То есть японский и, ну, Artis, он как бы, компания сейчас американская, владеет этим производством. Gambra — это подразделение шведское, швейцарское, завод на территории Италии. То есть вот можно так сказать, американо, швейцарское, итальянское. Ну, вот я обычно три флага здесь рисую, да, когда показываю. Почему еще мы эти аппараты любим? Потому что вот из тех, опять же, которые сейчас присутствуют на рынке, у них самый большой функционал. Вот я пациентам кому-то уже рассказывал, аппарат синенький Gambra Artis. Он содержит достаточно продвинутую систему, он сканирует объем крови в течение процедуры. Это система гемоскан, так называемая, да, и врач может видеть, насколько падает или увеличивается объем крови. Есть система гемоконтроль, это система, которая автоматически регулирует скорость ультрафильтрации и уровень натрия в зависимости от того, как меняется объем крови пациента. То есть многие пациенты есть, только начинаешь ультрафильтрацию, падает давление. Или, то есть это система, которая обеспечивает лучшую переносимость процедуры гемодиализа. Ну и про диализаторы. Два слова скажем. Те диализаторы, которые мы, ну, больше всего используем, это японские диализаторы Elysio Nipro и немецкие диализаторы Allmed. А как вообще понять, вот, какой диализатор лучше, как вы думаете? Ну, это не так критично. Нам же что важно, что мы от диализатора хотим? Очистка, да. Ну, по структуре, по своей, вот это такая классификация диализаторов. Вот самые первые диализаторы были из целлюлозы, потом полусинтетическая целлюлоза. Некоторые даже полусинтетические, они используются до сих пор. Вот, кстати, этот диализатор, который сейчас стоит, мы эти диализаторы используем, только этот инженер настраивает технику. Это низкопоточные, мы уже у пациентов их не используем. Вот. А сейчас диализаторы современные, они практически все из синтетической мембраны. И понять, как диализатор очищать, можно очень легко. Это берется документация к диализатору. Вот КТНВ мы по какому анализу считали, вы говорили мне, по мочевине. И можно посмотреть числовую характеристику, как диализатор данный убирает мочевину. Клиренс называется характеристика, очень легко сравнить. Но для примера сравним диализатор, там немецкий Бибраун возьмем, но я взял диализаторы, которые вы знаете, да, Бибраун здесь пациенты есть. Ксион-то вот мощная линейка Бибрауна, по мочевине 290.
Вот мощный идеализатор Elysio, клиренс при скорости 300, такой же берем, 291. Какой из них лучше? Где 200? Ну, одинаково. Я бы, конечно, мог бы сказать у них про лучше. Ну, не, одинаково, примерно одинаково. Это мощные линейки идеализаторов. Вот, и можно попроще взять. У Бибрауна, опять же, знакомого вам, хипсы. Вот двадцаточку возьмем по мочевине. 253. Вот наш немецкий Алмед здесь 279. Ну, уже побольше. Но это линейки как бы уже чуть менее, да, мощные. То есть, кто в нефролайне, вот насколько я знаю, они используют у вас низкопоточный лиосид. Тоже берем самый мощный. Здесь клиренс по мочевине 263. Да, у наших диализаторов повыше, как бы, да. Ну, то есть вот те диализаторы, которые мы, это диализаторы с хорошими клиренсами, это синтетические современные мембраны из полисульфона, модифицированного полисульфона. Поэтому то, что мы вам предлагаем, мы мультибренд, мы не завязаны на одного производителя. Это даже мы сейчас покупаем и у Бакстера диализаторы, и у нас есть линейка кое-где итальянских диализаторов, мы можем выбирать. И мы даже проводим у пациентов анкетирование, и у вас, наверное, проведем, там, а на каком вы диализаторе хотите лечиться. И вот пациент пишет, а я хочу, не знаю какой, болгарский Етропал. Ну, обычно такие не хотят. Ну, к примеру, а может быть кто-то... А не, одна пациентка у нас, кстати, хотела в одном центре. Хотела. Либо его, либо японский, мои японские закупили. Ну, то есть вот мы можем как бы индивидуально, да, подстраивать здесь под пациента все.